«Собирайся, народ, масленица идет». Под таким девизом четвероклассники из гимназии провожали зиму на празднике в доме музея Яна Райниса. Музейные работники подготовили для детей яркую игровую программу. Веселое сказочное представление, несколько сказочных персонажей, такие как Василиса, которая также исполняет роль телохранителя, забавный кот, скоморох, леший, баба-яга. Встретить весну и передать ей корону – такая задача стояла перед школьниками. Однако коварная баба-яга пыталась помешать гимназистам разными способами. Берем яйцо вареное, добавляем сало соленое, кетчупом поливаю, перчиком посыпаю, рыбку добавляем, горчичкой поливаем, а потом на сковородочку выпекаем. Ой, ну что ж ты отравить меня захотела, что ли? А что вы с такими лицами сидите? Наверное, блиночков моих новомодных хотите отведать? Хотите таких? Нет. Веселые конкурсы и состязания. Специалисты музея знакомили детей с традициями и поверьями масленицы в игровой форме. Участие в сказочном представлении помогло детям окунуться в атмосферу праздника. Масленица – это очень хороший праздник, когда провожают зиму и начинается весна. В этот праздник пекут блины, разные вкусности, угощают гостей. Раньше так делали. Расскажи, а ты когда-нибудь пробовала сама блины печь? Да. Я пришла на кухню, и вот мне выдала мама рецепт. Я по нему что-то тесто сделала и начала печь. Не совсем, конечно, сначала получалось, но получилось. Сегодня тебе нравится праздник? Очень. Блины, чучело, народные гуляния, катание на санях и не только. В этом году праздник начнется в последний день зимы. Блинная семидневка продлится с 28 февраля по 6 марта.